У этого попугайчика проблема с глазом, очень серьезная. И тоже. Английские попугайчики более сильные. То есть, если они укусят, это будет намного больнее. Я ему отодвигаю перья, потому что у них очень густые перья. На бок фиксирую голову и поворачиваю на бок. Тут я ему прикрываю глаз, потому что у него очень страшная беда с глазом. И тоже, как с маленьким попугайчиком, выдавливаю капельку на клюв. Вот он сам пьет, немножко сам выпил, не знаю, было видно или нет. Еще раз приоткрываю клюв и сверху. Вот лишнее упало вниз. Потом беру вот так вот, чтобы он проглотил. Вот. Потом сейчас покажу, как ему давать кальций в порошке. Захватываю, поворачиваю на бок и закладываю пальцами осторожно, чтобы не укусил, в рот. Приподнимаю тоже и даю ему еще одну каплю, чтобы развести этот порошок кальция, чтобы попугайчик его точно проглотил. То есть можно давать, запивать, а можно не давать. Вот у меня слишком много вышло из шприца воды с пыльцой, и все лишнее упало вниз. Попугайчику вреда нет. Еще раз, так как все упало. Вот у него во рту видно, что жидкость. Я его вот так вот поднимаю вверх, чтобы он проглотил.